Добрый день, друзья! Я сегодня вообще никакая. Целое утро я лежала, я не могла в себя прийти. Сейчас на самом деле уже без 20 час, нужно собираться топать за Кирочкой, а я не могу. У меня так болит голова сильно. Мне так нехорошо, это просто ужас, просто какой-то кошмар. Единственное, что я сделала за это время, это я сделала себе маникюр. Ко мне приходила сегодня Саша, делала мне маникюрчик, захотела сделать вот такой вот цвет. И не могу, честно, вот еще сегодня ехать на английский с Кирой, я не знаю, как себя заставить. Уже даже были мысли, чтобы не поехать, но так не хочется пропускать носителя. Поэтому, скорее всего, поедем. И погода еще тоже ужасная. Вчера было очень много аварий. Вчера был такой гололед сильнейший. На самом деле, сейчас не лучше. Половина тает, половина уже посыпали. И просто ужас творится на улице. Сыро, мокро, скользко, гадостно. И как можно любить эту зиму? Да ее не просто любить, ее вообще ничего с ней делать не надо. Надо, чтобы ее вообще не было. Если зима, так зима должна быть, чтобы она радовала глаз, а не то, что происходит. Ладно, опять я насчет зимы. Ой, надо что-то сделать. Я уже и таблетку выпила, я уже все сделала, но голова адски болит. Все, ребят, будем собираться за Кирочкой. Заберем ее, узнаем, как прошел ее день. И надо взять себя в руки и начинать продолжать день, потому что полдня прошло, и я что-то вообще ужасно. Я надеюсь, что вечер так не закончится. Но что-то мне говорит, что именно так он и закончится. Я просто приду после английского, положу голову на подушку и до завтра. Ладно, собираемся за Кирой. Помните, какой я вид показывала вчера? Вот какой он сегодня. Ужасно. Забрала я Кирюшеньку. Она идет кушать сухарики. И сказала ей, что, скорее всего, сегодня на английский мы не попадем, если мне не станет легче к 4 часам, потому что мне ужасно нехорошо. Ну, я согласна с мамой и... Я не хочу, чтобы ей стало еще хуже. Сейчас зайдем собакам корма купим. Боже, посмотрите, какая тут гадость. Катастрофа просто. Да стоят люди, которые вот это сидят. Почему нельзя, чтобы было все красиво? Да потому что, Дося, никто не делает дороги. Видишь, тут же дороги нету. Она идет и прерывается. И начинается дальше дорога. Так вот делали, что дороги... размывает, и получается, мы как в селе живем в каком-то. Мы пришли уже домой, Кира кушает сухарики. А я требую от мамы, чтобы она легла на эту кровать. Я ее укрыла одеялом и включили. А Кира тут включила мой влог, смотрит. Да, сейчас так и будет, Дося. Сейчас я лягу и буду я лежать. Я тебе буду гладить голову. О, это будет просто замечательно. Или вот эта штука, это голова. А ну, покажи эту штуку. Вот такая вот у нас есть штуковина, массажер для головы. Я им всегда себе делаю массаж, когда у меня голова болит. Так что Кирюшка сейчас будет мне тоже делать массаж. Вот так вот. А я буду лежать и кайфовать. У меня не получается. Мы с тобой вроде бы, Дося, все на завтра, все уроки сделали, да? Да. Вроде бы ничего. Единственное, что... на понедельник нужно украинский сделать. И на вторник природу. Да, так что давай. Но сейчас... это я на выходные сделаю. Не, давай сейчас это все сделаем. Давай, а что ты будешь делать сейчас? Раз мы не едем на английский, что ты будешь делать? У тебя есть свободное время, куча. Взять, сделать уроки. Мам. Да. Чем я буду заниматься? Да. Ждать, пока ты заснешь. А потом? А потом... а потом буду гладить тебе голову, гладить, 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 делать тебе чай, делать тебе вкусняшку. А потом я тебе дам сюрприз, который я тебе в школе приготовила. Ух ты!
Давай сейчас уже, раз ты меня так заинтриговала, я уже хочу сюрприз. Это начало. Обалдеть, вот это что, да. То есть сначала вот. Так, тут у нас нарисовано такое красивое сердечко. Сейчас модно просто заштриховывать. Угу. И написано от Овчарукиры, дорогой Марии Любанской. Переворачиваем. А это тут целый вот так, лабиринт. По стрелкам. Раз, это два, я уже поняла, три, да, что тут целый четыре, лабиринт. 5, 6, 7. Давай я буду тогда открывать нужно, да? Угу. Подожди. Рви. Ой, тут нужно рвать прям. Ты красивая. Вот здесь по-украински написано. Так, идем сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Аккуратненько. Просто одной рукой. Мы вместе. Любовь. Так, тут теперь везде сердечки. Идем сюда. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы, моя любимая, я очень люблю. Наверное, ты моя любимая, да, хотела написать, да? Просто класс. Тут палочку забыла написать. Так, и теперь куда мы идем? Вот, потом это, а потом вот это так. Это по-украински, потому что предпоследнее. Открываем. Я тебя люблю. Так, идем так, правильно? Угу. Я тебя всегда поддержу. Потом видишь, вот так стрелка. Это по-украински написано, потому что это предпоследний интриг. Хорошо, сейчас. Мы с тобой завжди разом. Только тут и, да, ця русская. Ну, я знаю. И вот так, да? Да. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мамочка, я тебя очень люблю. Ты мое золото, ты мое сердце. Это конец. Боже, какая прелесть. Кирюшка, огромнейшее тебе спасибо. Мне так знаешь, приятно. Знаешь, что Анжела сказала? Что, ой, наверное, мама тебя придет домой и расцелует. Очень классно, вообще, просто супер. Я так люблю, когда мне дочка делает сюрпризы. Так, но этот сюрприз я обязательно положу в мой черный ящик. Да, у меня вот в том вот шкафчике, в той тумбочке, у меня там целая тумба Кириных поделок. Это все тоже мое, и это мое, это ты оттуда просто забрала, я не успела положить. И там еще должны послания быть от одноклассников. Давай, это же я хотела тоже все сложить, но не дошла, в общем, до этого положила в тумбочку. Все, сейчас это все положу. Вот посмотрите, какая у меня тумба гигантская. И тут куча Кирюшки. Тут вся Кира. Это ее детский альбом с садика. Она тут такая мимишная вообще. Посмотрите, какая она классная. Вот это самая крутая фотка. А мне вот это вот нравится очень. И вот эта вот фотография очень нравится. Знаешь, вот эта фотография у тебя, кстати, дается на заставке в Ютубе. Я знаю. Знаешь, как я эту фотографию делала? Как? Меня попросили вот так сесть и быстро вот так повернуться. Я такая беру и такая... И у меня такие фотки, я такая... А потом я такая сморщаюсь и все. Вот такой вот альбомчик у Кирюшки. В садике был. Вот тут найдете Кирюшку? Вот. Я грустная, потому что меня... Сейчас. Я грустная тут, потому что меня вот этот мальчик очень больно ударил по животу. Вот катастрофа какая-то. И вот здесь вот Кирюшка. Я помню, как тогда мы здесь трем-трем. Сначала Вера дергает Веронику за косичку, потом Гоша, потом я. И так по очереди. Вот почему а вот это была троица друзей. Верочка, Гоша, Кира и Вероника. Ну, они уже все разругались. И только вот сейчас Верочка осталась, но и то. Так, не так сильно общаются. Так что вот такая вот прикольная. Мама, сейчас меня тут фоткали, я знаю. Ну, нет у тебя тут. Вот. Вот ты. Манюнька. А вот и вот Манюнечка моя маленькая. И тут, Кирюшка, тебя нет. Есть. А, есть, точно, она здесь в другой одежке.
И даже спальня. А Кирюшка вот... Попросили, типа вы спите. Ненормальный человек. Так, все? А, нет, еще. Ну и тут общее. В общем, видите, а вот, это у нас... Ну, мы не будем все показывать. Здесь у нас целая папка Кирюшкиных поделок, рисунок со школы, с садика. Вообще, до того, как она ходила в школу, в садик, здесь очень-очень много всего. Нужно все это поперебирать, на самом деле, и, может быть, порассортировать, потому что здесь... Очень много всего. Мам, давай и, конечно же, вот это вот сейчас положим. Нет, давай, наверное, сделаем когда-нибудь просто отдельное видео твоих поделок, твоих рисунков и твоих интересных вещей. Если кто-то захочет, пишите в комментариях. Мы обязательно вот эту вот полку разберем при вас и покажем, что у нас там есть. Договорились? Я просто сейчас, Кирюшка, не в состоянии, честно скажу. Мне очень плохо, поэтому я не в состоянии. Малыш, можешь мне помочь закрыть? Закрыть папочку и положить ее на место. Вот, так что там очень-очень много всего. Просто безумное количество грамоты разные. Все-все-все. Вот это вот. Тут даже тумбочку, наверное, надо назвать. Кира. Кирюшкины богатства. Вернее, это куклы. Вернее, мамино богатство. А это, да, это куклы, полочка. Это не открываем, мама, это папа. Мама, это папа. Да. Я запомнила, это мама, это папа. Все, Дотя, я ложусь, а ты мне гладишь голову. Лежала я немножко, но мне легче не становится. Сейчас покажу, что делает Кирюшка. Она, знаете, что делает? Она играет в школу. 15. Подружка через телефон. Они друг другу дают задания и исполняют их. Уникально. Посмотрите. 15 минус 6, 9. И плюс 8. Будет плюс 8. А телефон на столе лежит, и они на громкой связи с друг другом общаются. И взяла доску, поставила ее на стул, на котором Лола сидела. Лолу положила на диван. Опять танцуешь, Кирюшка? Я как только беру камеру, ты начинаешь танцевать. Куда Катюша делась? Ушла на секунду. И вот они вот таким вот образом играют в школу. Прикольно, да? Я в шоке. Они так хорошо играли, я хотела заснять их игру. Видите, вот Катюша отошла. И все, и игра сразу же прекратилась. О, все. 15 минус 6 будет 9. А дальше плюс 8, да? Мне на помощь идет Кирюшка. Знаете зачем? За тем, что я не могу выйти с собакой из-за своей головной боли. Я ухожу. Сейчас невозможно. Поэтому держи. Одевай его. Окей. Да, Мишенька, ты гулять пойдешь. Угу. Одевай солнце его и иди с ним выгуляй. На, держи, я его одену. Нет. Мишань, иди сюда. Да, давай. Да, подходи. Почему с Шанти не гуляет? Потому что Шанти с ней не пойдет гулять. Она даже не выйдет. Все, она сегодня со мной еле гуляла. То с Кирой она тем более на улицу не выйдет. А второй у нас одежда одна. Поэтому сначала одна собака гуляет, потом вторая гуляет собака. Миша, стой. Так, еще нужно твой ошейник. Сейчас я принесу ошейник. Куда ты пошла, родная? Дотя, стой. Стой, пожалуйста. Ну так вот, куда ты пошла? Сначала шапку одень, а потом уже беги. Одень. Нет, одевай. Все, я пошла. Кира, одень, пожалуйста, шапку. Все, отправила я Кирюшку. Опять я лежу. Потому что реально просто не могу. У меня, ну, она просто, понимаете, она не проходит. Уже столько времени прошло, я уже столько таблеток выпила. Голова все не проходит и не проходит. Поэтому я сегодня просто целый день в лежачем состоянии нахожусь.
Я даже вот не раздевалась. И видите, я одета, лежу, как приготовилась с Кирой ехать на английский. Так, так и все. В общем, дождемся Кирюшку, папочку, и будем уже отдыхать. Всем пока-пока на сегодня.